Погнали по дороге. Что это? Волна, да. С кого? Медведя упал. Вон уже, у Гварды ходит. Да, да. Все, налетели, пацаны. За Орду. Да, да. Мне лоу-левельные маги должны просто спалки бить. И все. Спасибо. У нас хилы вообще есть? Да. По-моему, и да, есть он 300. А блин, вар, что я один только? А где не вылашивают, как бы пробивать? 55. А мне не попало. О, вон, вон уже. Кавалерия пошла там. Все, пацаны, мы спалились. Назад дороги нет. А, ну один. 9, там, ага. 8. Пока 8 тут дерутся. Я убью пока вот этого. А это мир. Конечно, вот это мирный. А мне он нет, он не красный. А, ну видишь, для нас уже мир. Да пофиг всех режь, насрать. На свой Алби, ну он серенький, рога. Где? 50-й рога. Опа, убил. Не он уже в 60-ки пошли. А рога убили, не? 32-го убили. Рогу. А там 60-ка бегала еще. Да не рога, нет. Ого, что-то как по ним дамажишь. Это 60-й уровень. Не, 55-й они гварды. Че, будем птичника брать? Давайте я его выпью. Да, я его выцеплю. Или давай, подожди, давай сначала стражника выцепим. Вот этого, ща я пульну. Все, он на меня. Принимаем стражника. Все, и давай птицу. Грифонов не агрессив. Ага, вон этот. А вон рога, подожди. А, в рога, вон рога. Вошел, вот здесь. Сейчас я пройду чуть подальше. На меня гвард согрелся. Не лезь вперед. Что на грифончика? Подожди, тут рога в инвизе ходит. Я видел, как он... Ну давай, выпуливай. И тяни его сюда. Только не трогай, грифон... пускай он добежит. Я могу на грифона попытаться полиморф закинуть. Ты не попадешь. Ух ты, ух ты. Не трогайте, не хильте меня. Зачем? Давайте на грифончика. Бьем грифона. Грифончика. Грифончик. Давайте просто флаймастером его называть и все. О, рога! Бьем, бьем. 800 хп, 400. Давайте, добиваем. Все, отлично, молодцы. А есть же там... Дамаг 60. Когда он к вам подбежит, вы в группе не стойте, а то он вас массовым просто задавит. Ачивка «Взорви пукан» там, например. Чтобы у тебя прокнул 10 раз крит подряд, не знаю. Вон бегает. Опа, опа, маг, опа. Маг. Слышь, он в тир 2, он в тир 2. Он в анкераж же одет. Он топовый, по сути. Давайте. Он с анкераж. Так он, по-моему, не плотный сильно. Он не плотный. Опа! А, это наш рога. Слушай, рога, ты где? Ты только что передо мной бегал в инвизе. Ну вот мелкие пошли фидить. О, о, о! Давайте мага реально. Давайте гварда убиваем. О, что это? На мага не убьем. Да убьем, мага, сами что же сейчас. Убьем, он уже не плотный, магия не плотная. Хотя у него есть дикая, так что надо, хорошо, чтобы... Хилы сзади стояли, на подхиле были, не лезь. Надо, вперед. Чтобы Женька вперед шел и диджей его сзади расстреливал, тогда у нас шансы есть. То, что они не сильно плотные. Там опять рога 60-го зашел, он байтит, тут здесь. Байтит. Что такого мага хп, просто они почему 800. Не могут смотреть? О, там ПВП какой-то, дик, а там с мелочью. Приз пришел, хил. Рога в стелс ушел только что. Рога тут где-то шел. Я его полиморф могу, я его полиморф сейчас могу закинуть. Смотрите по флангам, гварды обходят нас. Аккуратно. Вон там паладин 51. А смотри, а чего они так одни, одни телки пришли на оборону. Ну, маг телки. О, тут гвард слева, справа гвард. Ага, вижу.
О, парагалик пришел. Аккуратно их много вообще. Да не бегайте от меня. Еще два гварда по кто-то за пульти их, пожалуйста. Вон у нас Рога. Он 60-х сливает в первую очередь. Вы че, ребят? Что там с Рогой? Убиваете его? Да, убит Рога. Мага, давайте. Мага летел по полу. Я через раз попадаю. Есть, убили. Отлично. Хили наши. Где наши хилы? Больше, да. Ой, они больше. Да, вон Роги появились. Ну, короче, приперлись. Команда. Ага. Но байк. Посидите, пока он не отрегенился. Посидите, пока. У него пол ТП. Не хочу там гварды. Тихо, аккуратно. Надеюсь, это твой мастер 60. Не лез. Еще орда тут пришла. Блин. Там орда еще пришла. На них напала. С того фланга. Все, погнали. Давайте там. Занимайтесь, слышите, занимайтесь, пацана. Так они в группе, он в тиме. Ой-ой-ой, гвард. Ребята, гварда убейте кто-то. Прикинь, сейчас будет замес как на перекрестке. Битва за зайцев. Лучше хантер в первую группу там повара, так? Битва за хил, брат. Сейчас замес будет 1000 на 1000. Ну это бэк. Орда напала на Хизбург, это бэк. По бэку. Нужно обойти. Смотрите, сколько их там, ребят. Смотрите, просто. У нас мало, блин, хил помер. А, Рога, блин. Рога тут. Аккуратно. Да он сейчас опять забайтится. Ну, слышишь, он сейчас прожмет просто отходите, он вот это будет прожимать и все. И вон там, у них два хиллера, слышишь, у них уже паладин пришел. У них еще и всякие гномики поприходили. О, кто ты? Кто-то тут. О, тут Рога тут. Где? Гвардов? И маг сейчас подбежит тут. Угу. То есть вот так его можно заманить. Нет, это Рога будет. Рога тут где-то шивался. Вон маг уже бежит. Сейчас Рога будет. Маг на себя отвлекает. Все в пятером стоим вот так просто. А есть какая просветка, чтобы Рогу запалить? Илья, есть что-нибудь такое? Есть. Все. Сейчас будет реально битва за перекресток. Да толку, по сути, четверть драться могут. В уровне низкий от вас толку мало. Нормально. 60-е. Там тоже есть как бы 33-е. Рога вышкачал. Опа, Рога. Давайте, остановите. Ошибка. Хай-левел эти, присты. Мы не заберем никак. Сзади маг. Хилите лока. Мага бейте, ничего лок не хилит. Мага до смерти надо забить. Ну... Да. Так они пусть уйти это... не могут, хищника-то ведь нету. Ого. Фига себе. Уходи. Женёк, уходи. Все. А чё их так много нарисовалось? Пати всем писать от 40 плюс, что срочно нужна помощь. Тебе обязательно прийти. А один стоит на твоих трубах, понимаешь? Я бегу. Да. Ну, опа, варик, не варик, 60. Все второй мил, короче, отступаем. Уходим в Минас Тирит. Блин, надо писать, по-моему, что играли, дошли. Ого, тут есть, да. О, хила добавляйте. Ну вот и все, времена классики. Ребята, Том Риддл, напишите, сейчас я его. 59 уровень маг. Пацаны, времена классики возвращаются, замесы второй мили. Вот этого добавьте, я скинул. 59 уровень хочет к нам присоединиться. О, еще один хочет. 50 уровень. Пацаны, второй мили, паладины. Дайте мне ассиста, пожалуйста. Я ж пишу там всякое. О,
О, все, паладин. О, все, пошел. Война пошла. Война за льду. Да-да-да. Все, хорош. Добавляю. Ну все, торны. О, так тут вон пацаны. С 60-й. Ну все, сейчас пойдем в атаку. Опа-на. Нифига себе, у нас тут народ набирается. А английский кто-нибудь язык знает? Я знаю. Ну, напиши им в рейд, типа, go, attack, типа, for the horde, все дела. Ну и for the horde обязательно напиши. А то так не пойдут. Луксор угар. Буду честь. Go, пацаны, в атаку. Теперь, ребята, вперед. А, она же половина без маунтов. Смотрите, смотрите, просто смотрите, сколько людей собралось. Тихо, а кто там кликает? Аллы, типа? Нет. А, да, Алла. Да. Вот здесь Алла. Паладин. Чарч, 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 пожалуйста. Если можешь. Можешь чарч быть? О, хорош. Хорош, хорош Илья. За орду. Давайте, наказывай, есть. Орда, 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 орда. Просто когда мы гангали Тернью, я просто не флуди, начал... не флуди, не флуди. Все, в атаку. Ты слышишь, напиши что-то в чат, я может тебя намогу? Может я помогу? Давайте коснем, пока он стоит. Бьем в кашере. Это наша гильда, это только... Все, он ФК. О, мне дали рядового. А, меня Гуард бьет. Паладин резкий. Так, так, так. Паладин, давайте, паладин бьем, он бьет. Где, где паладин? А, Рогова. Убейте паладина. Да не, он туда. А, он бабу. Он бабу. Давай подъем. Хищник резнулся. Гордов разбираем. Смотрите, просто тут сколько людей собралось, блин. Просто так. Какой просто так, давай. ЗТ добавьте, ЗТ добавьте. Педрид. Кого, кого, кого? ЗТ. Они уже в группе, у них там своя группа. Они у них там своя гильдия и своя группа. Мужика с лопатой не бейте. Вон, вон, паладин 51. Блин, сказали про мужика с лопатой. Надо еще раз пищу передачу вспомнил. А чё там? О, пау, 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 пау. Подожди. Подцепишь? Я в комнате. Подцепили пала. Блин, правда не можем никак забрать, ладно. Бьем гвардов. Так гвардов сливаем, да и все. Зачем мне двух челиков привезли, которые вообще не помогают мне то? Какая разница? Открылся рога. Птичника накидывайтесь. Давайте, ух ты, на птичник, ребят. Я грифона подведу. Бьем птичника, ассистите мне. Назад, бьем грифона, ребят. О, убили грифончика, ребят. Вообще здорово. Вообще красавцы. Опа, да? Вар? Паладина убиваем, ребят. Паладина, да. Баба, еще это. Еще и хантеры подъехали. Хантеры. Давайте его моба забьем. Хорош. Все. А не, он без пета, по-моему. Он без пета, по-моему. Там 31 уровень есть. Как раз мой. Все, кажись, нашим зима. Хз, хз, сейчас посмотрим. Сейчас. Зачем ты? Че, вперед? Вперед? Вперед. Ну гвардов режем. Боже. Глубже, глубже прорываемся.
Тогда нафиг вы дисхонорка, блин, дешевый. Кстати, ребят, а за гвардов оно типа непочетное, ж красное, чтобы убийство идут или как? Не, за гвардов ничего не получаем. Три сколько их? Боже. Это реально как будто битва за перекрёсток, правда, уменьшенная версия такая. Это знаешь, как... Помнишь, ты рассказал про Варика миссию? Ну, Варика вторым, помнишь, я рассказал про миссию? Атака Хилсбрада. Да, да. И вот это то же самое, ну, сейчас. Вот. Рейд на хил. История повторяется. Сейчас сгоняем в пивнушку, попьем у них. Надо сфоткаться. Короче, миссия сфоткаться в пивнушку. Да. Вы без меня хоть подождите, типа, через 5 минут. Там в домике есть элиты, за него вроде Коннор дают. А это главарю, короче, вот этого города. Браво. История пишется нами. Так что, ребята, мы войдем в историю. Давай все в пивнушку. Они сзади вообще? Они сзади. Справа мечеть. А смотри, там орда с той стороны напала. Ого! Они смотри, это еще и мобы. Смотри, они с пистой не зашли. Все, я уже с подграда лечу. Где убили? А у нас их так много в пати. Пивнушку, погнали. Погнали, стойте, 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 минуты три, подождите, я уже почти долетел. Сзади вглубь. Вот. Тут, тут, тут. А тут таверна? Да, да. Все. А, у нас линк. Слышите, мы хотели инкифера. Да? Нет. Мы хотели инкифера взять. Давай. Пусть нас обслуживают алые, да? А стулья на всех не хватает. Здорово. Ну где Форест? Прикольно. Вот так, садитесь, да, рядом в круг. Где официант? Вот еще один стульчик есть, слышишь? Вот сядьте, вон стульчик есть. Ну что, фоткаемся, короче. Да. Фоткаем, фоткаемся, да. За здравие. Стриптизер, слышите, стриптизер. Тогда разденься, раздевайся, да. Он... Все заскринили, да? Да. Да. Давайте, у нас же цель была убить инкипера, давайте убьем. Вот. Антардаш в борде. Мы сидели отдохнули. А где он находится? Ну, мы его уже убили. Цель выполнена. Цель выполнена. Го в бордель на второй этаж. Давайте вот в дом, теперь в ратушу, ребят. Задание в ратушу. Это ж мечеть. Можно тут потусоваться. А, это мирно. Они. Смотрите, тут Нави против нас играет, как всегда проигрывает. Ой-ой-ой, здесь 60 кхп. Опа, на. Вот. Давайте этого убьем. Давайте элиту, пацаны. 48 тысяч хп. А кто вас так рядышкой обстрелял? Он всех стреляет. Ой, приседаю конкретно. Меня на улице напали. 6. А, ребята, они нас осадили, слышите, ребята, они тут на выходе. Они на выходе. Боже, Каунаси, даже не видит ее. Каунаси. 7 минут у нас. Половину. Не, я. Очень много. Я нормально. Я жду. У диджея. Да, все, сейчас прилетаю. У диджея главное. У диджея главное мало хп. Боже. Ой-ой-ой-ой-ой. А у нас у диджея, слышь, 6 минут осталось. Да ничего страшного, пока соберемся все. Ну блин, пока дойдем, там уже все пойдет. Пацаны, только почините, сходите. Я на голду починился. На голду поломался. Да, кстати, а где ты чинился? А куда там пошли, да? Леха, тебе шумом шум. Где вторым миром починиться можно? Вот Илья, посмотри, где я стою. Да там крестьянин стоит. А что у тебя за новые плечи, слышь, покажи. С коляской. Ну что тогда, убиваем, забегаем сразу всем в домик и элитника гасим. Нет, там, наверное, птичник риснулся. Ну сейчас посмотрим по ситуации. Так. Птичника не трогаем, все. Давайте 3 минуты, вы все починились. Починились, точно. 3 минуты.
хищника, видишь, как надо мочить? На один агрит убегает, грифоны за ним бегут, а другие именно хищника бьют. Потому что видишь, как с грифонами трудно. Сейчас он 60 много, сейчас мы их раскидаем. Ого. И решал запалил, посмотрел, что там. Прикольно, да? Давайте вариант. Красиво. А ты поближе, типа, к командиру встань. Ну я типа это, да, знаешь, как такое, вы все говно. Давайте вот так, друзья, ну, погнали, да? Погнали. Вот так, как вот так. Как девятый рот? Вперед. Не, так мы таким, типа, поступью идем. О, друид. И где? Опа, опа. Ага. Блин, он на эпик маунте, я его даже не догоню. Шесть, ну да, да. Ладно, забей. Я спаржил. Пошли еще. Идем на этот, как вот там. Главное не не бросать наших ребят без маунтов особо так. То есть не отрываться сильно вперед. Вон друид там сзади, крыс. Но это разведчик. Если оторвемся, он их будет убивать, так что нужно. Да, да, да. Тогда пошлите все пешком. Не-не, нам лучше не спешиваться, потому что мы можем, если что, быстренько ворваться. Он разбивает нашу группу. Да, вы не это. Не это, не ведитесь. Сейчас я мага добавлю, дайте... Знаете, как на войне, короче, разбивают группу, а поэтому говорят, держите строй. По одному легче мочить. Держи мелких уровней посередке. Зачекаем спину. Но только когда маг подбегает, надо немножко от друг дружку отбежать, потому что будет вон, массовым бить. Если кто-то чардж может дать. Слышь, Жень, ходи с нами в толпе, чтобы если что, если он поближе подойдет, ты сразу чардж. Да, где толпа, он в толпе? О, ребята, там это подцепило. Его... Вот маг 50. Смотри, он сейчас мага видит. Ганки будет, нет? Вот он. Не, он на... в кошке. Сейчас, рано. Это, он, блин, решифтится им. Не, я чашем не достаю. Возвращаемся. Да не догоним мы его, эти грон решифтится будет. Друиды вообще очень тяжело догнать, я без гранаты не могу их убить. То есть я обычно кидаю гранату, если на опережение удачно, тогда получается, иначе никак. Жалко, с нами этого нету, Сани и Паши. Блин, жестко сейчас, стеча будет. А включите карту, мы такие точки, как горох идем. Ну как гроссвин. Друид, наверное, вообще офигел, такая толпа левелов на него напал. Его не можно. А, вот, смотрите, ребята. Он каменный страж вообще, это ПВПшник хороший. Кто? Вот, у нас рога 60-го. Эвиан. Ну норм. Псищник креснулся. Вар. Опа. Добавьте Тома Ридла, пожалуйста. Вот он, перед нами. Я его добавил. А что он делает? Залетел, залетел. Ребята, не тоже рыцаря? Мне одному рыцаря дали. Это не ранг, которого мы убили. Показывается. Чем больше ранг, тем больше хонор дают. Я сейчас не с хонором накатываю. Следи, что у нас рога делает, он просто по одному цепляет и все. Как рога. Ой, птичника согнул. Ой, все, хилер, меня хилите. Я в сетях. Жаль, нет. Метринка есть. Жаль, танка нет высокого уровня. Блин, Гагр бы не помешал со своим друидом, медведем, например. Она сзади друид. Да, а, сейчас псизун. Опа-на, кто-то пришел. 30 тапи пришел. Псис добивайте. Там сзади какие-то колонаси вырезают. А, не, резнука вырезают. Все, отлично. Псис убили. Давайте псис. Давай. Я отопьюсь немножко, пока мы на месте. Так, пацаны, надо уходить, извините. Да, до завтра.
вообще. Кайте, да, кайте его правильно. Все, все. А что он говорит? А что он говорит, бой, он слышишь? Что он говорит? Типа, ну, мы типа не знаем, что он говорит, мы же типа не можем их язык понимать. Видишь, там квадратный скоб, типа общий это человеческий язык, как у нас оркиш. Ребята, тревога, тревога. Что там, сзади кто-то идет? Да. Опа, на хантела. Хантела. Привет, хант. Пока, хант. Хорош. А тревога, вот что птичник говорит. А я думал, что сзади там кто-то и бежит. Да нет, алый переговаривается. Вот, вернули старые добрые времена. Да, да. Правда, не для Альянса, потому что они... На 40 они... каком-то уровне замес устраивал. На офи еще. Ребята, сзади два города на нас напали. И друид 60-й. Эйвен с ним дерется, хорош. Вот это не зря я Рогу пригласил. Такого. Так. Вот, друиды, давайте, я сейчас чаржусь. Ща. Все, друиду хана. Все. Я его шоком замедлил. Чемпион? Что? У него такой большой ранг? Да это небольшой-то ранг. 60 набирается на самом проблеме. Тем более алики, блин, они премейды не ходят, фармят этот Хонор вагоном. Ну что, идем элиту валить? Арсен три раза сходил, короче, орда вообще ни одного флага не принесла за все это время. Арда что-то только в Альтераке выигрывает, да, по-моему? Да и Альтераке тоже прям не сливали. Да, ребята, некоторым же Дисхонор дают 60-м. Смысл? Да и не бейте. Нет, не бейте этих, не бейте торговцев. Только, нет, короче, мобов, которые сами на вас нападают. Подожди, в хату пошли. У меня 12 Дисхонора. В хату, быстро. Отомстим, да? За прошлый лайк. Или бейте, не знаю. Ладно, давайте. Не, если для него на него нет надписи цивилин, то можно бить. Там у некоторых наводишь, там цивилин, короче, на табличке. Ну сейчас давай. Не заходи, пока не заходи, да. Все, пацаны, налетели. Что, ребят? Налетели. Вперед? Да, уже давай. За орду. Так. Мне кажется, нам не надо спрятаться, потому что нас завалят просто. Да я сейчас вас подхилю. Есть его ехил, слышишь? Эльфури. Кто? А что это дали НК, ну, главный сержант или что-то такое? Это убили кого-то, да? Это хаб. Что? Да. Ща лежит. Это кого-то убил по ВПРам. Конечно, Рога вот топовый у нас. Он просто вырезал всех, кого можно. Все. Ха-ха. Мы сделали это, ребята. Так, сейчас я отопьюсь тут. Только ничего не дали. А ничего не дали. Опыт. Ничего. Че от него захотели, что? Все, я трон его занимаю. Вот там на выходе же поджидает нас уже. Сейчас, дайте я. На выходе. Пацаны, зверьте, я его трон занял. Ну типа секретарь такой. Секретарь. Ребята, выход, на выходе, на 130-й пошел. Да, один ханды? 30? Топового. Это не страшно. Ага. Не, и хан. Ханд еще топового. А кто его хилит? Ну, наверное, друн. Там это, вон, да, вон там. Нормально, там только друн высокого уровня, и же срезаем просто. Чайником. Малыши, пришли такие квесты сдавать. Орда такая с таверны вышла. Да. Ну, с таверны с этой. А вон Эйвен кого-то подцепил. Они это за... Гварды. Там 50-й хант и гварды. Ну все, кажись, мы тут собираемся.
Но два дисхонора я, конечно, получил. А у меня 13 дисхонора. Слушай, ну дисхонор, как я понимаю, он замедляет поднятие ранга только на той неделе, на которой получен, да? Нет, тут открой хонор, и у тебя там полоска должна чуть меньше стать. Это откатывает. Да не стал. Чуть-чуть откатывает. Там сразу же показано, сколько друг. Друг. Хорош, убили. Вообще, вон еще один. А, это мелочь бегает. Да не бейте их, не бейте. Не, от этого убьем. А, это фермер. Фермера не бьем. А что вы там делаете? Ты скрин-то сделал из этого, из таверны? Или ты видео записал? Я видео пишу. А, нормально. О, прилетело варлок. Он АФК. А не. Он понял, что зря прилетел. Вон еще вон этот хант. Лок лежит, наблюдает, что мы тут делаем. А да он вообще охренел, прикинь, летел такой что-то. Нет, я, может, его позвали как раз на помощь. Город взяли, все, на изи. Нормально. Поподебоширили. Вернули старые добрые времена классические. Можно сейчас все стать так красиво. Вот сюда на холмик. Для кого стать? Ну просто вот так. Фото на память, скриншотов поделать. Он гагр с какими-то фаллическими предметами. Да, это палка, которую я хотел, но еще не выбил. Хвост вот этот? Да, это из АХУ-20 с предпоследнего босса. Чисто вот на меня. Ему досталось, потому что там никому больше суп не нужна была. Она, видишь, даже не на хил, а на дамаг. Ну что, ребята, всем спасибо, всем спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. Давай, спокойной ночи.